Здравствуй, дорогой зритель, перед просмотром хотелось бы попросить поставить лайк и подписаться на канал. Уважаемые подписчики и гости нашего канала, 2021 год каждый день приносит все больше плохих новостей, которые мы, к сожалению, не в силах изменить, от которых тяжело на душе. Уходит творческая эпоха, уходят люди, которые через свое творчество воспитывали целое поколение. Уходят люди, которые внесли огромный вклад в развитие нашей страны, но сегодня к нам опять поступила до боли печальная новость. Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с раком мозга. Информация о ее самочувствии появляется крайне редко. Сообщается, что врачи делают все возможное, чтобы поставить актрису на ноги, но недавно у нее случился рецидив. Об этом рассказала коллега Анастасии. По ее словам, после лечения и процедур артистке стало легче, и врачи разрешили ей заниматься плаванием. Так она надеялась вернуть в прежнюю форму. Все было хорошо, бассейн в какой-то степени ей помог, ведь это хорошая физиотерапия. Вес не ушел, самочувствие улучшилось, но однажды Насте стало плохо. В бассейне в ходе обследования стало понятно, что головокружение случилось. Из-за рецидива рака сейчас врачи делают все возможное, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии, сообщают подруга. По ее словам, родные хотели перевести 50-летний узор одним за границу, но затем отказались от этой идеи. Российские медики дают положительные прогнозы и считают, что у актрисы есть шанс победить рак. Насте сейчас неузнаваема, она очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос, словом, совсем другой человек, подчеркивают инсайды. Напомним о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» болеет раком, стало известно в 2018 году. Сама Анастасия с тех пор не выходит на связь, а ее муж игнорирует все вопросы по этой теме. Иногда скудная информация поступает от дочери Анны, но и она старается меньше говорить на больную для всей семьи тему.